Всем привет, с вами я, Александр Сычков, и в этом видеоролике я буду играть в CS 1.6. Ну как буду играть, я просто буду показывать вам, как можно вообще играть в Counter-Strike. Нет, неверно. И всем привет, с вами я, Александр Сычков, и в этом видеоролике я сегодня буду играть в CS 1.6. Да, и в общем, что я буду сегодня делать, я вам сейчас расскажу. Итак, я сейчас найду сервер и буду показывать, как я могу играть с читами в эту игру. Для этого мне нужна какая-нибудь карта. Давайте я выберу любую карту, которая здесь есть. Например, давайте это будет... Ну, просто любая, я особо не буду играть. Пусть меня даже будет кто-то убивать. Так, давай сервер, вбиваем сюда сервер. Так, ничего. Так, ладно. Вот, значит. Сервер, два человека на нем играют. Да, я на нем взять не могу. Давайте тогда найдем другой сервер, на котором можно поиграть. Да. Смотрите, мы заходим на сервер, на нем играющие три человека. Я пытаюсь на него сейчас зайти, на этот сервер, да? Так, и можно заметить... Нет, нельзя заметить. Да, можно заметить. Значит, смотрите. Вот нубас. То есть, видно? Так. Значит, смотрите. Вот. Здесь у нас есть квадратик. Кто видит квадратик, кто-то поймет. Вот квадратики, видно? Видно, наверное. Так, выходим, например. У меня что-то не получается. Просто чит не настроенный, но он мой. Это новый чит от меня. И думаю, он вам понравится, потому что можно убивать, ладно. Так, тихо. Давай! Ну ладно. Я давно не играл, потому что вообще в CS 1.6. Так, ну то есть смотрите, в чем прикол? Здесь теперь есть квадратики. В центре мы можем заметить такой вот прицел такого вот цвета. Давайте попробую еще раз играть. Потому что всегда же тяжелее будет играть. А, что, давай, победим! Так. Мы победим! Так, тихо. Тихо. Нормально. Друг! О, вышли, нормально. Идеально, смотрите, как вышли-то. Да, с читом. В общем, смотрите. Здесь, значит, здесь... Это ты меня без причины тогда забанил! Да, здесь фишечка. На этом, улетном паблике! Да, круто вообще. Падла! Окей, выходим. А, нет, вставим. Я знаю, кто я! В жопу этого мастерника не найду. Я тебя забаню. Я круче него всегда играю. Ага, чё, не помнишь? Давай. С другом твоим тупым. Тихо. Лево. Но, точнее, право. Ах ты тварь! Давай. Ладно. Выходим, тихо. На каком сервере улетный паблик? Так, здесь. Да. Блин, патроны. Тут нет. На сколько я тебя забанил? Сука. Где он? А? Это 5 часов. Так заходи. Или 3 часа. Идеально. Заходи, поиграем. Я там обидел. Видели? Нет. Лучше. Хочу. Так. Забанили. Значит, смотрите, берем дигл. То есть чит работает, то есть смотрите, вот мой чит, я у вас чит новый. Хочу. Я его скидывать не буду вам, потому что тут это как платный чит. Работает. Он полностью беспалевный, и я сегодня попробую дойти до 20-го уровня. Тут же лучше выход. Там может еще... Нифига! Понятно! Баньте, ребята, его, баньте. Или я за что? За что? Это развод! Это читы! Зайдёшь ли на сервер, мы тебя забаним. А меня слышно вообще? Да. Я могу демку кинуть, Ни хрена вообще, что происходит. Вы просто посмотрите, что происходит. Это вообще, это... Я не... Значит, не один здесь. Да я же на сервер, мы забаним тебя. Ну, ладно. Я хотя бы попытался их, смотрите, их... Охренеть. Зайдёшь ли на сервер, я тебе буду грабом убивать всегда. Слышишь меня? Охренеть. Да. Да. Да, пишем да. Не люблю читеров. Достали они меня. Тихо, выходим. Что там ушел с вас? Тихо, блин. Тихо. Тихо. 24 патрона, мне хватит. Надеюсь, да. Нет, не смог. О, зад... все понятно, красный варик. За что я буду забанен?
бегает. Ладно, понятно. Но то, что вы играть не умеете. Но то, что вы играть не умеете, я буду забанен. Да? Да. А, прикольно. Школьники. Давайте я вам лямку кину. Не надо. Правда, да? Ну, вообще. Тихо. Повезло, побежали. Есть! Вот, блин, отговорите еще то, что я читер. А, вообще. Так и есть. Так. Ой, дебилы. Ладно, ребят. Ой, дебилы. Так. Причина моего бана. Красиво видите, как я настроился в программе. Просто идеально. Ты просто знаешь, что я читер. Вдруг я просто играть умею. Если что, то я не играю как профессионал, я немного по-другому теперь играю. Это заметно. Вот это читы. Где покупал? Так. И бат! Тихо. Кемпер. Тихо, тихо. Я тут. Нет, меня. Я не ен. Нормально. Ну, ха-ха, понятно уже все. Так, ладно. Ничего. Да, мешает немного это, ладно. О! Но... Красиво, реально, я смотрите питер, как. Я... Немного мешает, но это красиво, смотрите. Что есть? А, где они, где они? А, одного убил, второго нет. Хедшот. Второй. Это я играть умею. Второй, 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 пожалуйста. А, блин, не успел, ладно. Читами, да, ты умеешь, а без читов гранатки, нет. О, гранатки, гранатки, точно, раскидка. Раскидка. Я одну оставлю для себя. Ладно. Значит, а смотрите, заметка, у меня даже две, две осталось. Ладно. Всё. Погнали. Мы все в тебя пошли. Опа, блин. Ты дебил. Пошел нахуй. Давай, 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 давай. Есть. Один. Я думаю, это не читы, это мастерство просто уже. Нет, это точно читы. Все. Дело в том, потому что читы немного изменяют вообще саму игру. И даже если АИМ, то есть если АИМ, то я бы сказал, что это... В общем, это меняет вашу игру и все. Да. Пишем да, мне нужен да. То есть если вы профессионал и вы играете с АИМом, то вы уже разучитесь играть, и вам придется заново учиться играть уже по-другому, потому что тут совсем все по-другому уже будет. Пацаны, меня не забанят! Одного? Забанят. Говнище там, смотрите, бегать-то. А за что тогда? Причина? Щиты. Тихо, тихо, тихо. Откуда знаешь? А вдруг нет? Да вон вижу. Заходим. А, да ладно. Офигеть, как видно. Ладно. Так это и читы уже. Признак читов уже, потому что ты умираешь. Да, ну бат? Чего? Признак умирания, это уже читы, да? Чудак, я не знаю. А, блин, тут убивают. Так, тихо. Пока. Иди на наш есть! Сервер, я туда сейчас зайду. Да. Я заточил. Ну, точнее, показалось. А, да, блин, да ты достал! Баб Нубас! Нубас, ты читер. Ну, конечно. Конечно, я читер. Видишь, ты сам почитал. Я не могу быть читером. Тихо, тихо, тихо. Ты можешь быть читаком. Да. О, читы! О, читы! Это разброс! Никакого пуха нет. Так. Окей, ладно. Много осталось, ладно, поиграем. А, да ладно, как? А в смысле как? Я этого не понял. О, читы, понятно. Догонишь меня, буду твоим. Чё-то я никого не могу убить здесь вообще. Странно. Да ты читер.
Да, я не могу убить никого, и я читер, да? Да. Тихо. А, да ладно, помогите. Сзади там никого нет? Да нет. ВХ что ли у тебя? О, сам сказал ВХ и сам спалился. Так. Ладно. Набери топ, подбас, набери топ. Топ набрал! Набирай. И что? Увидел я на каком месте? Да. На каком? Я занят. На каком я, блядь, месте? Пошли за мной. Так, бомба нафиг не нужна. Бомба на А. Двое. О, все, чуть-чуть, пацаны, он читер. Баним. О, читер! Так, давай. О, красивенько, конечно. Идеально. Это что, блядь, за мяда? Ебан, блядь. Это вам подобрать читы за соки. Вам уже пиздец. Ха. Ладно, давайте еще поиграть чуть-чуть. Очень интересно. Чем это закончится все? Все это дело, блин. Тихо. Тихо. Сидим. Сейчас прикольнемся. Да, чит работает, ребят. Или у меня просто такой уже прицел, то, что я всегда прицелюсь. Или это все-таки читы. Ну, немного они мешают, но ладно. Это нормально. Так, значит, что? Он еще здесь, да? О, да. Это мы спичите. Да, уйдите все с моей команды. Ну, бас, уйди за тером. Пожалуйста. А я не могу перейти. Короче, убейся. Как я перейду? Спектр? Нет, я не... Заходи. Вот, видим, все теперь. Да все, теперь ты выходи. Ладно. Меня самого перекинул. Нам ногу не нужны. Да. Ах ты твою мать. Давай, тихо. Да ладно! Как? ВХ, походу, тебе. Какой ВХ? Ой, не надо мне тут узнать. Вы вышли, я вас всех убил. Ладно. Ебать, не паримся нахуй. Ебать. Тихо. Не, тут через стенку не подстреливать никого. Где я стою? Давай. Спасибо. И бомбочку еще, наверное, успею поставить. Нет, не успею. Нет, время. Да. Смотрите, так, сейчас я буду бухашником. Нет. Не надо. Сейчас смотри, вам капец. Ну, смотрите, как я тащу. Идеально. Ебучая что-то. А, нифига вообще не видно было. Как так? Ха. Это скилл. Это читы. Читы. Это скилл. Это читы. Ну, давай. Что там? А, я не могу посмотреть. А, или могу. Нет, я не могу А, ну да, я могу смотреть, как он играет, да? Так, вот эту карту могу смотреть, да? Вот эту. Которая карта, которую... Да, его убили. Ебать, читай, такой дал, нахуй, даже пасть не может. Ну, читы, да, читы. Вообще читы.
4. ВХ у него. Да. Конечно. Да. Так. Красивенько все будет. Ну. Ах ты тварь. Хрен тебе. Сзади идут. Тихо, 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 тихо. Так, еще один. Так. Красиво, не правда ли? Смотри, сейчас за все проиграю. Сзади, 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 сзади. Оу. Четыре, да? Четыре, конечно же. Да, ребят. Ладно, давайте до третьего ранга тогда даю. Сервер у меня остался этот, ладно. Ах ты твою мать. Как это происходит-то? Я не понимаю. Что это такое? О, читы. Все, это читы, короче. Надо вот и бан писать. Хуй ему, блядь. Вот и бан. Да. Вот и бан, на кого? На этого Аима, да. Нахрен он мне нужен. Вышел. Вы видели вообще, как он вышел? Охренеть. Так, побежали. Залагало, что ли, я не понял? А, не, это я залагал, видать, да? С интернета. А что за Анев? Я забыл. Анев. Так, что я могу купить? Мега-граната, мега-дигл. Я могу купить 200 хп, 200 хп. Пусть будет. Не пригодится, наверное. Я вышел. 200 хп есть. Это правильное решение. Да ладно, не помогли, что ли? Ладно. Анев. А не могу, да? А нет. Блин. А нет. Так. Мега дигл. Так, о, во! Мега. Нет, мега граната нет. Давайте мега дигл. Мне он, наверное, пригодится. А, мега дигл. Он же мега дигл, наверное. Блять, с читами, наверное, мне это как-то поможет. Ну, точнее, я так думаю. Я вообще не умею стрелять от него. Оказывается. Ебать, я охуй. Типан с читами играет. Типан, наверное, с читами играет. Просто охуенно, пацаны, да? Лохаком сидеть. А я не могу сидеть. Ну заебись. Дернище. Ну конечно. Ладно, мне два бонуса. На то посмотри, я скилловый парень, на меня не надо рыпаться. Один раз ты пулю получишь, больше не вернешься, понял? Да пошел ты. О, ну бак вообще не слепит. Так. Читер, да? Почему? А тебя не слепит? Почему? Я все уже видел. Задолбал меня уже. О, понятно, ну бас. Давай, давай, расследовай. Ну, конечно. А ничего то, что я это все снимаю на YouTube, не? О, всем привет, а-а-а, ребят. Подписывайтесь на мой канал. У меня больше подписчиков, чем у тебя. У меня больше, чем 7. Сколько? Ну, больше 10 тысяч точно. Скоро купится, ну? Я снимаю с братом. Про интересный. А, блин, ну ладно, не успел, ладно. Понял? Может, подписывайтесь на мой канал, ребят? Алло! Не подписывайтесь, отстойный. Это полное говно. Понял. Так, прямая трансляция на Ютубе, да. Как так? Я не понял вообще. Вот читер. Че, он один? Все. Выходи, пацан. Ну а смысла дальше нет, смотрите. Там
ничего дальше этого не будет. А, да. Ну да. Иди на ДМ. На длину иди. Это все, все, это все. Это вот прям все. Да, все. Это конец. Это я говорю, все, мы просрали. Мы просто просрали. Оу, да. Хулиган, иди за него, иди за них. А, понятно. Хулиган, иди за них, хулиган, так. Хулиган, ладно. Хулиган, хулиган. Так. Ладно. Тихо. Ну. Тише, давай, выходи. Читы вырубай. Ха, ты же на YouTube снимаешь, какая разница, братан? Ладно. Что ты будешь? Вилку сбросил в блоку раз. А что его вообще забанить можно, нет? Это ж такое говно вообще. Вы видели, как он играет вообще? Это просто, это ужас вообще. Поэтому я буду сидеть здесь и все. Не, я пойду, конечно. Не, я не буду ставить бомбу, потому что... Ну, читы, это понятно, все. Тихо, давай-ка. Без всяких... Да, баньте. Баньте его нафиг. ВХ. Ну, он, видать, наверное, там. Где-то, наверное. Да, лагает. Это лагает сам сервер, ребят. Это не мое уже, это именно сервер. Тихо. Ё-моё, нифига! Нифига он вообще. Да ну его нафиг, слушайте, ребят. Я не хочу в него стрелять, я пойду. Я пойду как нормальный человек. Буду смотреть на этот нож прекрасный, который здесь мне добавили. Ладно. Нет, вообще. Ничего сложного-то нет, наверное. Убить-то его. Конечно, это просто. А, ну да, можно гранатку купить на 5 бонусов, но я как-то не хочу, потому что мне и так нормально. Ножик. Если такой же я хочу. А что мне хотеть? У меня он и так есть. Он меня не видит там, наверное, за стенкой. Читер. Я-то его вижу, он у меня нет. Давай, говнюк. А, нет, это хулиган. Нет, тогда неинтересно. Тогда это что-то неинтересное, точно. Да, а, нет, он не ушел. Он здесь. Конечно. Иди сюда, давай. Удиви меня. Опа, хэдшот. Ну, вот здесь он там стоит на месте. Конечно, это чит очень хорошо работает. Он очень помогает. Стрельбе. Но, ребят, если вы не хотите пользоваться читами, не пользуйтесь, потому что это... Я делаю это не для себя, я умею уже стрелять как мастер. Это делают читы только для тех, кто новички и не умеет играть. Как бы это помогает научиться играть и как бы... Ну да, кто-то говорит с ними, да, это очень интересно. Я тоже это интересно. Так, ходите всех убивать. Да, конечно, это интересно чем-то, но потом это надоедает и это неинтересно. А когда вы уже профессионал, вы как бы... Вам не нужны как бы читы для самой игры. Ну, если вы хотите там вообще поприкалываться, там, конечно, нужны читы. Там, над кем-то. Или над чем-то. Читы разные бывают. На им и на ВХ, там, на еще какие-то. Ладно, сейчас набираю, уже младший сержант здесь. Если вы увидите, конечно. То есть, смотрите, мне просто бегать здесь, как бы... Он-то вообще, он... Чё он там? Пистолет, да? Да нет там никого. Да нет его, он АФК. Как бы его нету и как-то... Вот смотрите. Хэдшот. То есть как бы я не стрелял, я просто сразу в хэдшот. Да. Всё, он ушел, давайте я передаю для... А, все ушли. Ладно. На этом давайте я закончу свой... Интересный такой видеоролик. Давно не было моих видеороликов, но это, думаю, вам понравился он. Я специально его сделал таким длинным. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Ссылка вот где-то там. Нажмите на кнопочку подписаться.
Ну, там где-то. Вот там вот. В общем, всем удачи и всем пока.